по матчу расскажите, какая тактика помогала выиграть вашей команде? Тактика первого номера или тактика трех двадцатых номеров у команды на футбол? Ну, наверное, команда первого номера. Мы с ребятами уже играем относительно, ну, как бы так недавно, но, в принципе, уже так, может быть, за 3 месяца уже сыгрались. Поэтому вот есть сплав молодости, опыта. Я в команде как самый старший считаюсь, вот, как ветеран. Вот, ну, в принципе, как сегодня по игре, я хочу сказать, что ребята, конечно, соперники, очень плохо сыграли в защите. То есть не возвращались, и у нас ребята техничные, мы эти ошибки использовали, практически забили все, что те моменты, которые у нас были. Расскажите по ходу матча, что удавалось, что не удавалось, поскольку соперник полностью контролировал матч. Ну, соперника мы просто хорошо знаем, это наши товарищи, но игра не вышла, был плохой настрой на игру. Были моменты, мало моментов было, все моменты мы почти реализовали, а так... Ну, это надо обсудить с командой уже после игры. Проблем много. С такой игрой нам тут ничего не светит. По названию как команды, просветите своих фанатов, как получилось название? Ну, все мы коренные жители Песочина. Я как бы чисто не считаю коренным, я приехал сюда лет 5 назад. Вот. Ну, как так с ребятами подружился, люблю футбол, всю жизнь играю в футбол. Вот. Уже в турнирах участвую, ну, здесь пригласили, как бы здесь играю. И большинство ребят это тоже жители Песочина. То есть некоторые ребята с Мобили, некоторые с Песочина. Ну, как бы команда... Карина. Ну, название команды это такой вот у нас общекомандный прикол такой старый, поэтому ну, другие команды не знаю, это мы сами давно придумали и так и назвали. Если делать первые прогнозы, первые ставки, кого бы вы выделили фаворитом из соперников? Ну вот мы в первом туре играли с Хелмгардом, команда уже играет относительно давно вместе в одной команде, ребята сыграны, ну мы тоже играли 2-2 счет, но в конце пропустили такой нелепый гол и как бы все это решило исход матча. Ну и тем более мы не все собрались, не было 3 человека, вот те, которые сегодня подъехали, ребята. Вот. Но я думаю, что с каждым матчем будем прогрессировать. И, ну я считаю, что фаворитами вот это команда Рекорд, это команда Авангард, ну и само собой. Ну если честно, команда тут большинство равно, и каждый может выиграть и проиграть. А так я считаю фаворитами, наверное, все-таки Авангард. Там ребята слаженно играли, и тем более победители, они выиграли тех, у кого мы сегодня проиграли.